Здравствуйте, меня зовут Ирина Набок. Для того, чтобы сделать укрепление внимания твердым материалом, твердым гелем, нам необходимо сделать правильную подготовку. Это, естественно, маникюр. Далее мы наносим первое – дегидратор, второе – праймер, после чего мы будем использовать базу. В данном случае все материалы у меня здесь от компании Flymary. И эта база была, которую я наносила, Ultra First база. Также можно базу использовать Lux, вот эту вот базу, которую я показываю. И для укрепления буду использовать Classic желе. У меня есть три оттенка. Они все очень хорошо адаптируются к коже и ногтю клиента. Имеют прекрасных три цвета, а также вот такую консистенцию. Данная консистенция желе суфле, и она при работе округляется. Вот видите, да? То есть я провожу кистью, глубоко не втыкая в материал, сверху провожу, и материал начинает заглаживаться. Эти свойства называются фиксотропные свойства материала. Вот видите, хопа, и ровненький. То есть это такое, можно сказать, самовыравнивание. Поэтому этот материал очень удобен в работе. Он, в общем-то, хорошо разглаживается, а также прекрасно держит форму. Его можно использовать в любых техниках, в работе с нижними формами и в работе с верхними формами. Они также, эти материалы, прекрасно подходят. Ну, как видите, у меня здесь классическая работа. Единственный момент, о котором я всегда говорю, это то, что в работе с твердыми материалами у нас должна быть абсолютно правильная конструкция. Поэтому, девочки, вы не думайте, что если вы нанесли материал, перевернули, капелька стекла, и все, и вы вот прям сделали правильную конструкцию. Нет, ее нужно изучить, ее нужно понять, и конструкция овала и квадрата, они отличаются, это действительно так. Здесь я использую вообще опиливание, хотя можно и без опила использовать также эту технику, немножко будет, ну, другая технология, но здесь как минимум я использую опил фрезой, больше я ничего не опиливаю никакими пилками, кроме формы. Все, никаких пилок, это прошлый век, я не знаю, кто еще опиливает пилками, тогда мы идем к вам. Вот так вот, я бы сказала, у меня это вообще пилки не самый любимый способ для опиливания, как для меня, так и для моего клиента. Мне не хочется портить ни маникюр, ни прилагать особых усилий. Единственное, что мне необходимо будет сделать, это любой, даже деревянной пилочкой, вот так мне будет достаточно подпилить форму. И, в общем-то, мои ногти прекрасно стоят, держатся и отлично выглядят. В общем-то, очень комфортно работать, кстати говоря, с материалами Flymary. У них есть прекрасное разнообразие различных консистенций, различных цветов, сложных оттенков и цветов, которые могут понадобиться мастеру. Это очень интересно и расширяет возможности мастера. Я всем советую обратить внимание на данную марку. У них действительно очень качественный, интересный и полезный материал для работы, для мастерства. Здесь я буду работать, использовать кошачий глаз в работе. И использую его в два слоя. Для того, чтобы наш кошачий глаз просто сиял и сверкал невероятно, отлично подходит топ, люкс топ. Это просто стекло, он создает абсолютно такой стеклянный эффект и настолько украшает, и прям, знаете, все цвета как будто бы ярче становятся с этим топом, под этим стеклянным эффектом, и тем более кошачий глаз. Посмотрите, как он сияет и сверкает, прям правда эффект увеличительного стекла. Все, всем спасибо, всего хорошего.